Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Рад, что вы активны. На моих видео ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Сегодня я рассмотрю ворота из стекла. У меня уже был опыт постройки подобных ворот в Z-системе. Можете посмотреть предыдущее видео, ссылочка будет под видео. А в этот раз будет ворота-книжка полностью из стекла, без швов. Вот так вот, типа как вот здесь. Получилось очень круто. Это будет первый обзор, посвященный воротам книжка. Как раз спасибо Александру, который мне предоставил полностью все видеоматериалы в процессе постройки и всего остального. Очень крутой проект, очень крутые ворота. Смотрите до конца, будет интересно. Итак, за основу было взято вот такое фото ворот. Вот это автосервис с гостиницей. Александр, Новочебоксарск. Очень интересный, красивый проект. А здесь мы видим уже готовые ворота. Высота 4,2 метра, ширина 3 метра, вес 550 килограмм. Это стеклопакеты, наклеенные на раму. Как видите, конструкция ворот книжка позволяет поднимать такой вес без проблем. Вот, ворота, кстати, смотрите, открываются вот так вот вперед, за счет чего петель не видно, а чистый фасад имеем стеклянный. Красиво все очень сделано, аккуратно. Сейчас дальше покажу, как происходил процесс постройки, процесс заказа. Да, очень качественно сделана работа, мне очень нравится. Так, Александр, все готово. Показываю модель. Значит, когда посчитал вес, то есть стекла 500 килограмм вы мне дали, плюс рама у нас там 148, получается больше 600. И приходится противовесы делать из трех частей. То есть вот тут вот куски, квадрат 120 на 120. И они сварены три части вместе. Он получается широкий, но короче, потому что ход у него будет почти больше 3 метров. То есть вот сейчас ворота закрыты, противовес будет вверху. Ага, и еще удлинил вот эту вот верхнюю часть, для того, чтобы можно было поставить еще один пару шкивов. То есть трос пойдет от оси вот этой. Вот он. Вот там ось, как видите. Ось сделана под два троса. То есть я теперь делаю для надежности, ну мало ли, вдруг оборвется трос. Вероятно, слишком мало. То есть тут ставятся два троса. Они идут вверх по желобу, сюда. Проходят сквозь вот это отверстие, перебрасываются через вот эти два ролика, идут дальше и вниз через отверстие вот сюда к противовесу. Поняли, да? Я думаю, тут все понятно. То есть вот это у нас лицевая сторона, сюда будете ставить стекла. Тут вот это временно порог штанга, ее потом срежете после установки, она не мешает открытию. Так, вот эта крышка кожух из оцинковки, она закрывает противовесы. Кстати, ну уже просто не успел сделать в модели, потому что у меня его не было. У меня ворота все внутри-то ставятся. То есть вот здесь подобную крышку, такую же надо будет сверху сделать, чтобы закрыть вот эти ролики. Вот и все. Так, вот тут в нижней части, верхней поперечки, то есть вот вверху, варена труба 60 на 40. К ней будут вариваться петли. Почему 60? Потому что вот здесь у нас, когда она откроется, то как раз стекла не будут доставать до рамы. То есть здесь ее тоже надо будет перекрыть гибким материалом каким-то, типа ПВХ, вот что-то такое, вот эту щель вверху, потому что по-другому тут не сделать. Так, открываю, теперь показываю в открытом положении. Так, сейчас, момент, ставим 10 градусов, допустим, вот мы потихоньку начинаем открывать, 20 50. Вот, кстати, еще раз покажу, как ролик у меня там ходит. Значит, ролик, подшипник насажен на ось, и за подшипником стоит специальная вот эта втулочка для тросов, она тоже вращается свободно. В воротину вварена вот такая втулка, и вот эта ось, она просто вставляется сюда с подшипником, просто вставлена. То есть при, если какая-то необходимость, ее можно легко заменить, вынуть. Вот таким образом это устроено. Так, открываю до конца, 90. Дик. Вот мы открыли ворота полностью.
в таком положении, здесь у нас верхняя воротина имеет небольшой наклон, то есть если будет дождь какой-то, он все стечет, снег, проблем нет. Вынос чуть-чуть больше сюда, то есть из-за того, что здесь у нас 2650, видите. Вот. Перед проемом вы это ставите, и получается проем как раз на 5 сантиметров выше, чем вот эта воротина будет, 4200. Так вот это все выглядит. Расстояние, там я все указал, как устанавливать вот эти кронштейны. Тут на 8 сантиметров, 8 миллиметров от края отверстия вот этого окна. То есть трос должен выйти точно по центру вот сюда вот на противовес. Точно так же здесь. Трос от шкивов должен опуститься вот сюда на ось. Вот эту. Вот так. Вроде все. Если будут какие-то вопросы, я на связи. Интересный ваш проект, будет интересно глянуть вживую, как все получится. Дерни, чтобы сама поднялась до конца. Если вам понравилась моя работа, работа моего заказчика, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рад, если смогу вам помочь. Жду новых заказов.